что у нас было? По сказке-то. Так вот, бредет Наташечка. Бредет, запыхалась, устала. Бредет мимо садов, мимо полей, мимо какого-то магазина шляпного. Посмотрела в стеклянную золоченую витрину. А витрина ей отражает красную девицу. Красная запыхалась. Ой, ты девица и красная. А у меня тут еще красная девица, небольшое объявление. Вон красная девица сидит, зовут ее Катя. Она художник и продает всяких красивых рыбок. Просто обратите внимание. И это, кстати, тоже сказка. Я рыба по гороскопу. Вот знал бы, вставил бы. Честно. Ну, ну, как из песни слова не выкинешь, так в сказку уже слов ты и не вставишь. А что делать? Кончились. Эпиграф. А кто сказал, что сказки бывают с хорошим концом? Много песен о шахтерах было сложено. Много песен о монтажниках, высотниках. А про нашу, про советскую милицию. Кроме этой песни, верной и не одной. Когда Баба-Яга была девицей, Чудо-Юдо еще было маленьким, Змей Горыныч был птенчиком неважным, Царь Кощей был мальчиком и паиникой. На болоте, что у озера Тихого, народился на заре добрый молодец. У Адама инспектора Тихона, и прозвали его Васька-Моновец. Паиньки да паиньки, дурак, не спи, мой маленький да маленький. Постучится мусорок, скажет я, от Иванова, а ты добрый и счастливый. И не скажешь слова, затащит воронок, страшный, злой, кровожадный, скажет, вот тебе за сырок, вот за крепость Фуна. Он лишил Ягу невинности девичьей, он Горыныч срубил буйной головы, он Иванушку повесил на фенечках и глядел, как его кушают вороны. А Кощей он яичко иголками истыкал, а после вовсе кастрировал, а потом яйцо засовывал в уточку, а ее потом засовывал в зайчика. Баиньки на баиньки, дурак, не спи, мой маленький да маленький. Постучится мусорок, скажет я, а ты мерзаяна, а ты добрый и счастливый. И немножко пьяный затащит воронок, страшный, злой и кровожадный, скажет, вот тебе за сырок, вот за клюки-буки. Много песен про шахтеров было сложено, много песен про монтажников и сотников, а про нашу, про советскую милицию песен нету, и не надо их совсем.